Самое главное – это найти то, за что можно хватиться. Нерешаемых задач не существует, уверен победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии Николай Неделько. В интеллектуальных соревнованиях молодой человек участвует не первый год и с опытом нашел свою систему по решению самых сложных заданий. Практически любое задание можно решить, если, так сказать, систематически к нему подходить, то есть постепенно раскручивать клубок. Победителями регионального этапа стали еще трое саровчан – Владимир Старченко, Александра Анисина и Арсений Федоренко. В марте и апреле ребята отправятся на заключительный этап конкурса. Олимпиада проводится в 4 этапа – в школьный, муниципальный, региональный, ну и заключительный, вот всероссийский. Ну вот призеры муниципального этапа едут на региональный. И дальше уже те люди, которые набрали на региональном этапе нужное количество баллов, они проходят далее на заключительный этап. Всероссийская олимпиада школьников – это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно принимают участие более 6 миллионов учащихся. Проверить свои знания школьники могут по 24 предметам. Я участвовал по экологии, по экономике и по географии. Стал призером лишь на экологии. В следующем году я хочу выступать на тех же олимпиадах и занятия на них еще больше призовых мест. Все больше школьников решаются принять участие во Всероссийской олимпиаде. Победа в конкурсах подобного уровня – дополнительный шанс поступить в самые престижные вузы страны. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.